Замечательно. Мы все видели. Вот. Юрий Степанович, да. Вы молодец. Не может этого быть. Да. Надо было с нами лететь. А-а-а. Вам бы очень понравилось. А как же группа подъехать немножко? Да-да-да. В какую сторону? Я нам в любую. Смотри, вон же пресс. Ага. На, держи. Тень. Так, чемодан. Сейчас секретный. Он а тут же шарит, там надо, крышка открылась. Ага. Захлопни. Так, Сень. Выходим. По одному еще. Стоп. Я еще побуду. Андрей, он ложится. Я пошел. Ага. Что-нибудь назад. Назад выходим по одному. Пока не лег? Давай, я уже. Да, мы будем корячиться выползать. По одному, вон этот инструктор вылез. Не-не, я сижу. Выходим по одному. Ну а то сейчас будем выползать, выкорячиваться, если сейчас он ляжет. Держим. Серега, давай. А то будем это я вылазил. Ух ты! Не спортсмен! Это знаменатель! Все. Так, сюда выпрыгивайте. Вот она. Степаны. Все, кладем тихонечку. Стропы опускай, да. Все, чуть-чуть так же, как начинали. Кладем. Кладем? Кладем, да, как начинали. Ага. Так, отличный полет. Мы сняли все от АДАЕ. Еще не все, ребята. Красиво. Вы не уезжайте, да. Еще тащите как корзину. Не, корзину нет. Мы сами утащим все. Машина сейчас подъедет. Не, еще не все. Еще у нас тут целые, сейчас соберем, у нас целая еще процедура будет. Какая? Ну, расскажем все. Батарея села уже. Главное в полете. После полета. Мы сейчас о кресте. После полетной 100 грамм. Это называется разбор полетов. Так, я пока здесь. Да, нет, выйди. А где вода? Закат? Закат? Нет, закат снег. Все, это знаменательный день. Все нас не отпускают никуда. Сейчас будет какой-то обряд. Интервью возьми. У кого? Анастасия, скажите. Мы с вами договаривались, что вы расскажете нам всем, как было. Страшно. Вот. Не страшно. Мандраж совсем был? Совсем не страшно. Мандражик. Вот я больше переживала, когда говорили, давай полетим на шарик. На шарик. А потом, когда начали подниматься, вообще как-то не поняла, куда весь страх подевался. Ухо сейчас заложило. Да, мне тоже. Это подснижение резко, наверное. Ну, я опытный летун, поэтому мне было совершенно не страшно. Честно скажу. Да, не смотри на меня такими глазами. А я первый раз летала. Отлично. Дорогие друзья, ну сейчас мы видели пример того, как частная гражданская инициатива помогла Сергею прокатить семью беженцев с Украины. Детишки довольны, мама довольна, все довольны. А как еще показать, что их любят, а о них заботятся, их развивают, как-то в них вкладываются как? Вот только такими вот делами. Да? Ну, конечно. Правильно сказал? Да. Нет. Нет, там он сам поговорит. А только в маслух, там копьял тоже, полынь, недра. Это что делать? Дерево. Чайное дерево. Степаныч, куда я тебя опять втянул, да? Как всегда. Ну ничего, бывает, по-моему. И здесь тебя тягали. Ой, сказал, что тут будет холодно. Не знаю, мне же жарко. Я тоже. Петля такая же. Ой. Серега, кто сказал, что будет холодно? Я предполагал такое. Серега, а как с тобой связаться? Какой твой номер телефона? Ну кто захочет как-то? 8-926-851-78-05. Кто хочет помочь беженцам? Вот. Я буду рад передать им вашу помощь. Ага.
Что-что? В камере оставь место. Немножко, чтобы процедуру снять. Хорошо. А, у меня есть место. А, ну что тогда? Пока стоп снято, дорогие друзья. Еще процедуру надо будет снять. Я счастлив. Спасибо Сергею. Спасибо команде путешественников на воздушных шарах.